И вот буйволы карманные готовятся. Здравствуй, буйвол. Как Григорий Сергеевич, очень приличная майка, очень выделяется среди всех. Вон сидит Сергей Лушин. У него 402 паса уже. Больше всех в команде. А вот Андрей, который не играет, только проставляется. Ему лишь бы людям хорошее сделать что-нибудь. А вон два игрока, претендующие на двое, стоят на звание лучших в этом году. А вот сгорбился Боря, пожилой бомбардир, блядь. Очень приличный, грудь показал. Вот Толя выдает зарплату молодым игрокам. Трешник в минуту. А вот Сергей Геворгян. Он 40 лет оттачивает один элемент. И иногда у него получается. И вот наш игрок запаса Робсон идет. Он сейчас не в форме, мы его как бы в запасе держим, может, во втором тайме выйдет. Его внуки уже. Всем привет! Хай! Мы на 10 минут сфотографируемся. Вов, играть не будет? Здорово! Я пью с Робсоном, поэтому извините. Здорово! Голос сел. Nice to meet you, my friend. Robson, nice to meet you. Maybe you remember, I was a referee when you play football in Sparta. Expulsou você. No jogo do CSKA para Sparta. No, no, no. No card, no. Я говорю, тебя удалил. Отлично. Now, can you go? Понятно. Встреча с Титом Валенчевым это важнее. Конечно, важнее. Мой импортант. Ну, это на всех языках одно и то же. More important. Серег, ты рад, что увидел своего кумира? Magnifico gente. Это по-испански, я по-португальски не могу. Понятно. Gente это... Gente народ, люди. А. Magnifico gente. Ты про него? Да, замечательные люди. Да, да, попадаются. Но это, блин, по-испански, по-португальски очень сложно это подгадать. Два мяча на поле. Вчера я подумал, как бы я
Ну что, вы... Антон, а вот... Я очень хотел с тобой фильм. Потом я буду. Да. Втроем. Убежали все. Торопся, удалили. Теперь оттали кого-то. Так все удалили, потом была драка, удалили. Так, все, не попадает. Не попадает. Удалили. Ваня, без нас бы ты Робсона не увидел. Придется проставиться. Команда победителей. Я предлагаю... Давайте групповую фотографию. Давайте групповую, групповую. Встаньте вон там все вместе. Ребят, встаньте все вместе. Давайте я сфоткаю. Давай, не ложиться, сесть. Давай, Толя, я сфоткаю. Давай. Андрей, ну я сейчас сниму, потом сяду. Да иди садись. Ну, а тебя давай тогда встань. Садись, Андрей. Не, видео, видео. Андрюха, ты не туда снимаешь. Как не туда? Да? Давай, садись, подожди. Садись прямо в камеру, конечно. Первый удар. Сережа, ты начал с Я не знаю, стоять в раме. Ровно, что ли? Ровно 8 на 8. Как, 9? 8 на 8. Как, Володя приехал? Илья с нами? А Илья пришел. Илья с нами? Мы получили. Андрюха с Вовой было 8 на 8, и пришел Серега Зоя. Ну давай я буду, я последний, как всегда. Антош, я могу идите стоять. Кто где играет. Да, у меня в поле нужно. Ну пусть, да, Серега, давай так. Я начну там, Горько Молик. За кого я начну? Я за две команды. Серень, я за две команды. Решите, за кого первый тайм? Первый тайм за кого? Сейчас думай там, подожди. Серега, радость, я Андрюхе рассказал. Все, я место пробил на Новодевичьем. Да, ты что? Да. Нишу не знали, что делать. Заплатил денег, блядь. Они сделали склеп там, блядь, под землей. Ну, на 10, на 10 этих самых. А кто будет? Урн. Некому, я один. Зачем? В 10 комнатах буду жить. Пусть продают, я же говорю. Представляешь, я сам охерел. Они видели мое как бы расстройство, когда, Андрюх, они сказали, мы, говорит, только техническую способность, возможность захоронения можем определить после смерти. Вот придут люди с урной, мы будем смотреть. Я говорю, до смерти нельзя. Нет, такие правила. Там все, блядь, попадали, блядь, кто был в администрации. Это видеть надо было. Я говорю, ребят, так не пойдет. Я говорю, то есть вы хотите, я сказать, я умру, а вы меня не... А вы меня, как ответственного за могилу, скажете, нельзя туда. Ну что, он пробил? Иди, сделай, что он сделает? Иди. Давай, давай, давай. Давай, уже пора ночь. Так, так, Володь, я сейчас где лучше встать? С какой стороны? С этой? Давай туда, давай сюда. Готов? Да-да. Thank you very much. Спасибо.